Наконец-то вторая игра наша начинается после поисков стендына. Это вторая игра между Hotline Saransk и 100PH. Я сегодня не один. Теперь уже со мной Радмир. Так, да, всем привет. Да, сразу в баны залетает, как обычно, тролль, Джиггернаут. Аксы, бары. Ну, стандартно. Очень стандартно. Ну, их банят, а почему-то в последнее время Лину не берут. А что, стало какой-то слабый или еще что-то? Ну, может, просто не отыгрывают на них, или просто не играют через них, без понятия. 10 seconds remaining. Сейчас вот, наверное, сглазишь. Да не, я сколько раз уже говорил, возьмите Лину, они не слышат меня. Не слышат. Не хотят просто. Снайпа? Ну, снайпер, да, это вообще стандарт. Кто-нибудь да из них да возьмет, потому что в прошлой игре был. Баны были почти теми же, только был Висп забанен вместо бара. То есть, а так 3 из 4 банов прошлой игры сейчас есть. Ну и почему-то задумались. Да. А прошлую игру чем они играли, получается? Штормом. Штормом мы играли. Ну, квапы не было, квапа была в бане. Вроде штормом играли 100PH, да? Да-да-да, штормом 100PH. Не, да-да-да, штормом 100PH играли, но они сразу забрали их пик, в ответ квапа было. Ну что может под квапу тут залететь? Все что угодно. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ну и второй пик, кто же это будет? Сейчас решили сразу показать кор-героев, то есть мидеров. Ну хотя Шторм может и пойти куда-то еще в харду. Ой-ой-ой, шадовый. ESF. Больно будет какому-то керри-героя. У него венрейт очень маленький. Зачем его брать? Может, какая-то страта есть? Патьма, может, зайдет? Такая старенькая вспомнить. Ну, тогда уж гонку. Ну и тут же сайленсер уходит в пик. Была как раз вот против вас игра, против Hotline Saransk, где вот Silencer одну кнопочку нажимал, и вы там пятером бегали, ничего сделать не могли. Тогда был весь. При пике я вот это вот говорил, то, что он кнопочку нажимает, и все, и вы там бегаете. Ну так и было, но в конце все-таки побороли. И антимаг заезжает. И Void сразу же банится. Ну, это все баны прошлой игры. Вот. Кроме Баратрума, который не был забанен. Был забанен Висп. И не был пикнут, нифига себе. Он не был пикнут. Вот Омник, Никс, новый бан. Омник был в бане. Никс, типа, Шторма и Сайленсер, большой монопол. Ну да, там будет Манабиорн там. Интересно, будет ли это гонка? Хочу очень сильно посмотреть на эту. Да, вы сыграли с Кункой. Один раз. Стой, это когда было? Это вчера? Вчера было. Там, нормально. Стоял с 20 крипами, блин. У меня все было хорошо. Там, конечно, у мидера. Ну и третий пик. Третий пик. У меня просто была ящерица. Просто обнаружили крутое слово в вчерашней игре. Просто ящерица. Шейкер. Шейкер. Залетает. Ну и это для Фроза опять вторую игру подряд будет Шейкер. И вот он Зевс. Ты смотри, что. Два глобуль ульта уже есть. Сейчас, мне кажется, зависит какая-нибудь Спектра или, не знаю, какой-нибудь Фарион. Ну да, можно.
Будет типа такой обуз, но... Три рефрешера так, шторм там между ними летает. Срубает до конца. 10 seconds remaining. Блин, как же мне нравится это слово. Яшерц. Боже. Мы просто все игры в Страховскара Яшерцы называли. Сходил стрелами, протыкал. Давайте, возьмите по тьму. Под ШД. Скорее всего, уже не будет под тьмы. Да ладно, будет. Нужен что, харты, керри. Ну, харты, керри, да. Попойти в харду, я не знаю, мид они могут взять. Нет, вот керри Сларк, опять же. Вторую игру подряд Сларк. То есть, два пика уже повторят, значит, хорошо. На этих героях отыгрывают. Жирненький харду. Возможно, даже андайинг возьмут. Ну, андайинг, да, такую грязь тоже делает своей тамбой. Особенно, когда много сумонов, то есть в прошлой игре был Чен, который бегается еще с 5 сумонами. Вас 5 человек, 10 сумонов, ставится тамба, и там вот такая толпа зомби лезет на вас. Ну, кстати, что произошло-то с командой? Какие там лапки? А, у них там... Почему они отказались играть? Какие-то личные причины. Мне они не сообщили, это админам они говорят. Знаю я эту причину. Не побрили. А-за-за. Кентавр у нас в бан уходит. ВК еще забрали себе хотлайны. Но это ВК керри, походу, или харда. Харда, скорее всего. Может, вообще саппорт? На! Может. Посмотрим, кого забанят последним. Я знаю, если в стопиаш возьмут, наверное, скорее всего, клаквер. Это вообще топовый хардлайнер. Он много кипиша наводит. Виндрейнджер. Забанили Виндрейнджер. Думаю, то, что в мид. Нет, в харду, скорее всего, Виндрейнджер бы пошла. Ну, Клакверк. Ну, пикните Клакверка, что вы думаете? 10 seconds remaining. Зевса хукшот убил. Сайленсер хукшот убил. 5 seconds remaining. Да, сайленсер там кнопочку нажимает и все, и не убил. Ну, ты быстрее ображаешь. Какой нахрен? Инвокер. Ну, да, квапа пойдет в харду. А может инвокер в харду? Не, не думаю. Это такая сигнатура. Та, дабл мид, я понял. Они там между собой не поделили, я на мид пойду. Нет, я на мид пойду. Нет, ну это 100%. Будет инвокер драгу, то есть в мид. Ну и квапа будет, скорее всего, либо в соло изи она пойдет, они пойдут в триплу драться. В трипру. Либо, не знаю, будет терпеть ульту и... Будем еще смотреть, кто у нас сайленсер. Сайленсер может и керри быть, а Зевс ВК саппорты. Не знаю. Ну да, скорее всего, Зевс пойдет саппорт. Тайдхантер. Как-то по-наркомански. Да пойдет. Тайдхантер в харду, Зевс саппорт. Шторм керри. Мид же, нет? Ну мид, керри типа там. Так, ладно, представим. Команды. Команда Hotline Саранск. Масленок Тайдхантер. Кондорог Шторм. Йорвет у нас на Врайскинге. И Грязный Гарри у нас... Будешь? Ничего не буду, бабуль, пожалуйста, закрой дверь. На Сайленсере. Все, никого не забыл. У меня не работает левая кнопка мыши. Почему? Напишите, вообще что-то говорите. Так, давай, представляй, стопиаж.
Так, сейчас, секунду. Представь, пока это я сейчас не могу. У нас, походу, игра сейчас будет скоро тоже. Так. 100 PH. Zero to L у нас на Storm Spirit. Drag на Invoker'е. Rattle and SNK у нас на Shaker'е. Froze у нас на Shadow Demon'е. И за Аллаха Мезимаха у нас на Квапе. Что? Ты заклинаешь ли там какой-то прочитал? Нет, это у чувака ник такой. Это стендына не нашли. Да, нормально. Рисует пиктограмму у нас на карте. Ну и тут у нас борьба за верхнюю руну. Нету. Тут тоже... Снизу тоже просто забираю. Да, это Квапа в ходу. Я не знаю, как она будет стоять здесь. Стоять, получать опыт. Потому что ничего она здесь не сделает, Сайленсер ее будет отгонять. Ну, стой, а вроде же Rattle SNK стоял в Хороде в прошлой игре, нет? Rattle SNK? Ну, у них замена была. У них была замена. Поэтому он стоял в харде. Мне интересно, что же Квапа будет делать. Она будет отхватывать. Ну вот уже Сайленс на нее повесили, все. Нюхать экспу. Слишком мало она взяла хила с собой. Хотя знала, что будет стоять против жесткой трибы. Ну, будет получать. Он немножко даже гоняет Shadow Demon. Но он себе вкачал уже Enchant Smash и ходит такой, размахивает крюком своим. Инвокера не убили в ниндзя. Не хватило совсем это чуть-чуть. Это слишком жесткое противостояние. Давай! Ну смотри, убьет же! Да, все, ну, давай. Ну. Убьет. Все, это ФБ. Нет, мисс. Нет, это ФБ. Кандарок показал, кто на лайне хозяин. Ну и тут у нас крипов, у нас Ларк мажет баунсом. Ну и Квапа там встревает. Ты смотри, нет, 30 хп. 30 хп. Сейчас и придется на базу все равно бежать, отхиливаться. Непонятно, как это будет. Как она будет себя дальше проявлять? Она хочет инвиз забрать, но она здесь сейчас почти получила. Да. Повесил бы сайленсер свой сайленс, и было бы плохо в опе. Почти спалил. Поставил центряк. Ай-яй-яй. Ну да, вот Квапа тут бегает, ищет отводы, где опыт бы получить. А нету? Отводов нет. Не по таймингу. Ходит. Теряет драгоценное время, она бы могла стоять где-то вот здесь и получать опыт. Нет, не дали бы ей получать опыта просто. Верхняя зевса станет доска. Ну так, ну так-то да. А Глина вот ее видит на ларду и идет помогать на мид. Пошел торнадо, пошел колдснэп, влетает Квапа, пошел Shadow Strike. И умирает Квапа, а потом только шторм. Фейл небольшой от Квапы получился. Успел захапать себе экспы. Ну и ШД паузу ставит. Как же дата без паузы? Люблю ставить паузы. Я тебе терпеть не могу теперь эти паузы, когда мы сидели прошлую игру 20 минут, сидели, ждали. Да ладно. Я не скажу, что было. Ну ладно, я какать захотел. Нет, это было на прошлой игре, вот этих же команд. Я помню, как... Да, ваши старые шуточки. Альберт напомнил офигенную шутку.
Ну и Квапа возвращается на линию. Шторм тоже летит. Вот опять Квапа получает Сайленс. И пол хп нету, просто Сайленсер прожал два нюка. Ну будет тяжко. Еще два Татьяна не переживет. Тайдхантер на топе гоняет у нас Шейкера. Шторм опять у нас воюет с Инвокером, и это, скорее всего, минус Инвокер будет. Пошло ей Б торнадо. Шторм без маны и разбежались. Зевс пришел отпивать шторма. Два ботла у нас. Команды Hotline Science. Ну и ВК несет себя. Рецепт не даст. Стоит, фармит. У Квапы появился ботл. Сейчас будет нол талисманчик. И тут такой типа ганг на мид, но там только... А, вот и инвокер же стоит. И сейчас пошел сайленс. Шторм уже шестой, влетает. Пошло торнадо, хорошее. Но это минус инвокер. Нет, стики, стики прожал. Он убежал, прожал стики вовремя. Хорошо, убежал. Кандарок немножко не увидел, что у него есть стики. Кто знает, тот заценит эту шутку. Ну, тем временем умирает Квапа. Где она умирает? Почему я не могу все посмотреть? Внизу Квапа умирает. Но также был убитый Тайдхантер у нас. Еще 3-2. Тайдхантер только-только вот с базы вернулся. Медасики, медасики. Практически одновременно появляются у нас. Time is running out for Dire's middle tower. Dire's middle tower is under attack. Все. Ящерц. Бля, на игру зовут. Сейчас будет ящерц. Ну и тут фармит внизу ВК. На топе здесь саппорты. Стоят, охраняют своего Сларка. Сларк такой. Фармит на лоу хп. Здесь опять у нас ПВП Кандарок и Драга. Квапа здесь нашла отвода, наконец-то ведет себе крипов. Да, но там Зет, сейчас он ее прогонит. Так крипы за ней пойдут. Главное крипы, главное экспа. Ну, Зевс ей так. Три нижние, верхние. Опять пол хп. Пол хп. Зато опыт экспа, крипы. В принципе, у нее дела. А на топе там опять инвокер чуть ли не умер. И пошел у нас яд на шторма. И умер! И умер инвокер! Увидели! Офигеть! Просто жесть какая-то в миде творится. И 4-2 счет. Только в миде был сделан 3 кила, кстати. Воюют пацаны, не хотят пассивно себя вести. Заходит здесь Шейкер. Дает по Тайдхантеру и убегает. Получил больше дэмэджа. Получил больше дэмэджа, чем нанес. И тут Сларк такой. Тайдхантер, привет. Это минус Тайдхантер. Тем временем еще у нас... Кандарок. Да, Шиду демона забирает Кандарок. И идет контролить руну на топе. Так, ну у нас сейчас игра. Надеюсь, ты успеешь нашу вторую, по крайней мере, игру пицеба. Посмотрим, как эти ребята завершают, потому что, учитывая то, что в первой игре мы сидели где-то час, то ничего не гарантирую. Ну и тут Кандарок встрял, его здесь встретил Шейкер, и Шейкер умрет сейчас. Вы посмотрите, как он размер... Он еще и выжил! Это просто... Нет, он выжил! Он выжил, он заявил тычку последнюю! Это просто жесть, какой скилл на нас Кандарок показывает на шторме.
постоянно разменивается и выжил даже сейчас. Ну и чё, у нас Зевс внизу умер от клопы. Задолбался на базу ходить. Но внизу клопа там разобралась вместе с Shadow Демоном, с Зевсом, и почти еще убили Сайленсера. Поэтому опасны эти ребята. Так, ладно, я сейчас пойду, у нас игра начинается, я думаю, ты успеешь. Нам ну, если что, да, пароль от лобби скидывайте. Шторм уже продолжает уничтожать инвокера просто. Просто он его убивает. И у нас Шейкер полетает. Возвращается игра. Улетает штормом Shadow Демона и убивает его. Зевс застилил нижний. Инвокер у нас приобретает себе репорт. Инвокер себе приобретает у нас урну, чтобы хоть как-то какую-то полезность приносить. На топе у нас стоит Хантер. Есть 6 уровень, но нет маны. Отрезает его фиссуры, и это минус стоит Хантер. Деваться ему некуда. Сларк здесь просто бегает, убивает, и баунсом он настигает его. Внизу чуть-чуть не зацепил торнадо, мимо ЕМП, и поэтому ганг не удался на нижнюю линию. Зевс получил яд от клопы, ну и это минус Зевс. 2-0 у клопы. Ну и тут еще у нас проблемы могут быть у ВК. Здесь еще Сайленсер на страже, Сайленсера нет шестого все еще. Здесь также и Кондорог, и Тайдхантер здесь прилетает с Рейвиджем. Нет, это Зевс. Тайдхантер у нас идет стак Attention-то у себя. Ну и здесь находит Сайленсера. Влетел у нас Шторм, разобрался с Шэдоу Демоном, разобрались с Сайленсером. Пошел стан в Инвокера, сейчас будет верхняя. Прошел Сайленс, но отрезает Шейкер здесь фиссурой, и поэтому уходит у нас Драк. Прожал стики еще. И это один в одного. Накричали у нас на Пуфа, и Клопа его убила. Также здесь еще варды сбивают центриками. Даггер у нас у ВК появляется. Клопа здесь максимум маны себе заливает. По нетворсам. Смотрим, что у нас по нетворсам. 6000 Шторм Спирит. 5600 у нас ВК. 5300, потом только идет у нас Сларк. И 3700, 3600 Клопа и Инвокер. Ну и здесь вот Масленок себе настакал. И сейчас будет все это дело фармить. Внизу у нас встрял Сайленсер. Стрела Клопа. Ну сейчас Сайленс спадет, прыгнет, догонит. Нет, успел ВК здесь подсейвить, и изи плюс 2 для Клопы. Встрял у нас ВК, нет маны, полностью выжгли, нет маны на реинкарнацию, и поэтому ВК погибает. Также пошел еще у нас пуш на Пуфа. Влетел Кондорог, цепанул Шейкера, минус Шейкер, минус Зевс.
Ну и здесь минус фроза еще от Кандарка. И здесь он уже дает люлей. Ну, да, минус Кандарок, добили урной. И здесь остается Сайленсер один. Один Сайленсер, она летит сюда уже к Вапа. Сейчас будут его искать все вместе. Сайленсер здесь с вардами. Сларк у нас с Мидасом, Орбу Феном, ВТ. Ну и все-таки здесь убили Сайленсера. Прилетел сюда ВК с Даггером, с Мидасом. И паузу ставят. Очередная пауза. Всеми нами любимая. Ну и пока пройдемся по айтемам, у инвокера грейженный стик, урна, робов маги 2, фейзы, Queen of Pain 2-0, Staff of Wizard, Bottle, тапок. Дальше у нас идет Сларк, ПТ, Аквила, Мидас, Орбов Веном, Шейкер, тапок, Брейсер и Shadow Demon, Транквилы, стики. У команды Hotline Saransk, Tidehunter, Арканы 1600. Пуф у нас тапок Bottle. ВК, ПТ, Dagger, Midas. Ну и кого еще не показал? Сайленсер, который в таверне. И Storm Spirit тоже в таверне. Находится. Ну и тут на топ у нас выходит Ravage, еще Tidehunter не давал. Почти 6 уровня у нас Зевс. Ну и ждем. Теперь Shadow Demon у нас отключился. Мы ждем, мы ждем. Мы умеем ждать. Thank you.
Как это? Все, вот теперь наконец-то продолжается у нас игра. Ну и здесь у нас стоят вдвоем, фармят Тайдхантер и Зевс. Зевс получает свой 6-й уровень, да, вот он получил его. Сейчас на него будет вылазка. Бежит у нас уже Сларк, Шейкер, Эхо Слэм, пошел Рэвидж, но спрятали здесь у нас Сларка. И проблема у нас у Масленка. Да, минус Масленок. Но все-таки Сларк у нас умер. Сларк все-таки умер. И вот только сейчас у нас умирает Тайдхантер. Не успел дать ультимейт Зевс. Ну, идет шторм на топ. У шторма реген. Влетел. Сейчас увидит Фроза. Видит Фроза. Спрятал у нас шторма, но шторм догонять, то тут сразу же сейф ТП летят. Квапа, и Зевс добивает у нас Шэдоу Демона, и тут догон. Вот оно, что было. Что из Стафу Физарда он собирал. И догон им в лицо добивает. Приобретает себе чейнмейл. Драк тем временем господствует. Убивает он Зевса. Тоже арчит себе собирает, только что он спирит. Ну а тут спушивают тауэр. Класс Векс у нас инвокер. Без экзорта. Ну и тут Сайленсер у нас 6-го спелного уровня. И здесь ВК у нас получает от СФ ядом. Он себе приобретает рецепт на Сулуринг. Будет это в скором времени Сулуринг. Заходит здесь у нас инвокер. Слили просто у нас. Стерли. Шторм Спирита. Просто за прокаст квапы, то есть за Sonic Wave догон. Все. И приобретает она себе, скорее всего, Blade Mail. Опа. И там что-то хотел ультить. Зевс, но не ультил. Ну и тут бежит инвокер. 450 волспида. Под фейзами. Не точно торнадо. Зато точно знает то, что сайленсера там нет. Вот его находят. Он... Разбегаются. Появляется блиндагер у нас у Тайдхантера. Возрождается у нас Шторм Спирит. Влетает на Шэдоу Демона. Он успевает себя спрятать, но это будет минус. Пошел ультимейт Зевса и все-таки, да, добивает. Шторм Спирит не хватило дамага у нас у Зевса, но Шторм последней тычкой добил. Ну и еще есть Рэвидж у нас у Тайдхантера. Пошел торнадо по троим, ЕМП, очень хорошо, и сбривает у нас сайленсера. Вылетает Шторм Спирит, дает Рэвидж по троим, но тут обратно у нас Шторм. Ой, хороший Хослэм у нас заходит. Минус Шейкер, минус Сайленсер. И здесь у нас Сларк тоже убивает ВК один раз. Сейчас и второй раз его будут убивать. Это минус 5. Отстапи аж. И арчит вот у нас появляется у инвокера. Очень хорошо влетел Шейкер. Шэдоу Демон тоже пурч свой дал. Байбэк у нас, правда, Квапа, которого убили, но
Дэмэджа она наносит очень много, правда, так он все еще первого уровня, но в ее прокасте, то есть и Scream of Pain, и Sonic Wave, то есть все дамажит, и таргетный соло-саппорт отклеивается сразу же. Ну и хороший шейкер, который дал хороший хаслэм, 1600 голды у него. Пошли смоки, возможно, на развороте. Будут кого-то цеплять. У Клопы есть весь прокаст. Находит шейкер. Кладет фиссуру, но ни по кому. Пошел у нас ультимейт, пошел глобал. Продали здесь шейкера. Шейкер умирает. Умирает также и Тайдхантер. Размен хардлейнера на саппорта. Успели спрятать здесь у нас инвокера. Инвокер появляется. Проблема у нас у ВК. Сбривают ВК. Здесь же у нас воюет инвокер против сайленсера. Но... Ого, влетает Шторм Спирит. Дает свой прокаст. Поднимает его на ветра. Пошел сайленс. И умирает у нас Шторм Спирит. Здесь еще у нас и сайленсер бежит, но не умрет у нас инвокер. Ну и подставляется у нас сайленсер. Прячут его и убивают. Тот же драк, который успел нарегениться с урны. И это фит, опять очередные минус 4. Или даже минус 3, Зевс не умирал вроде бы. Но сейчас слишком подфидели у нас Hotline Саранск. По нетворсам в лидеры у нас выбрался Сларк, потом идет инвокер. Потом только ВК и Шторм Спирит. Прожимают глиф, но заберут здесь тауэр. Влетает Тайдхантер, дает рейвейдж по троим. Влетает у нас Шторм Спирит. Влетает у нас Зевс. Хороший очень эхослэм от шейкера, но это их не спасает. И всех троих у нас Кандарок забирает. Хорошая комбинация, то есть Ravage и ультимейт Зевса, Thunder Gods. Ну, также был хороший у нас Эхо Слэма от Шейкера. И вот только сейчас у нас появляется Арчит у Шторма. Смотрим по графикам. По графикам вот больше 10 тысяч по XP. Так, тут драка, минус сайленсер, потратили глобал. И Кандарок влетел в Клопу и разменял. Но глобал потратили. По XP около 8 тысяч. По голде 7,5 преимущество у нас команды 100PH. Немного отыграли. Вот лайны. Шейкер 1600 голды, зарядил тотем. Будет. Фармит. Совсем немного ему оставалось тогда до даггера. И сейчас тоже 300 голды остается. Shadow Demon себе меку собирает. Здесь фармят эншентов. Армлет себе приобрел уже. Райскинг осталось только принести. Глобала не будет еще 80 секунд. Нашли здесь ВК. Выжгут всю ману и мета минус ВК. Минус ВК. Понял то, что то, что там вард. И вот он, даггер у шейкера. Ну и тут у нас инвокер с дабл дэмэджем бегает. По вражеской территории ищет какую-то таргетную соло-цель. Ну вот он спалился на миде. По крипам. Нашел шторма, пошел сайленс. Ответный сайленс, а тут еще и команда вражеская. Но шторм у нас успел умереть. А драга у нас засейвили. Ну и пушат мид. Есть Ravage, есть у нас Thunder God. Ну вот, пошел у нас прокаст Тайдхантера. Влетает Шейкер. Минус сайленсер еще. Цепляет у нас Зевса.
минус Зевс. Никто не успел дать свой ультимейт, и это минус 4 в итоге. Вместе со Штормом, которого убили, ВК стоит на базе. ВК купил себе Персеверанс, Тайдхантер купил. ВК с армлетом стоит на базе, это минус мид, минус медовую, минус центральной бараки. Вот она, сила Сайленса. Там арчит повесили, все, сразу же раскатали того же Тайдхантера. Влетает у нас Шторм на фул ману почти. Пошел глобал. Минус Queen of Pain. Вот потратили один глобал и все. А дальше что? Дальше не подерешься. Выжгли всю ману у нас у ВК. Придется ему возвращаться на базу. Тайдхантер с Рэвиджем, правда. Персеверенс он себе купил. То есть это сразу в рефрешер будет уходить. А здесь отошли ребята и... Рецепт на Меку. Остается 300 голды. До Меки с Шэдоу Демону. Юлу у Инвокера. Тут уже Staff of Wizard пошел у нас у Шейкера. Скорее всего, это будет Форстав. А тут Инвокер опять в инвиз. Пошел опять искать соло цель. 17 стиков есть, за ним также Сларк, у которого Скади, Блинк, Мидас, и выходит он в БКБ. Видит Инвокер тут под тауэром два героя. Ждут, когда кто-то выйдет. Вышел у нас Сайленсер, Сларк промахнулся баунсом. И уходит, пошло ЕМП. Пошел Ревейдж по двоим, отпрыгнул заранее у нас Тайдхантер. Спрятали Сларка. Сларк умирает. Умирает также Сайленсер от Квапы. Квапа у нас в госте бегает. Врывается Шейкер. Изничтожает вот он у нас Сайленсера. Квапа убивает у нас Шторма. Бежит, убегает. Еле-еле убегает у нас Шейкер. Квапа также бегает у нас от Арбузика. Все на лоу хп, всех друг друга кайтят, но подходит здесь Инвокер. Численное большинство у нас у команды 100 PH и добивает остаток команды минус 5. И байбек от попы. Все равно остается в плюсе. 717 голды в плюс. С учетом байбека. А тут уже по миду. Заходят крипы, бьют бараки. По графикам мы смотрим, тут уже преимущество. Больше 12 тысяч, 14 тысяч экспы, и у нас идет 14 тысяч голды. Преимущество. Dire's top tower is under attack. Смеку уже у нас Shadow Demon. И почти БКБ уже Шторм себе купил. 300 голды остается. Здесь фармит Сларк. В принципе, Скади есть. Огр Клаб. Шейкер у нас с чем? Также еще со Staff of Wizard бегает. Ну а тут месяц Рошана, Квапа и... Инвокер. Квапа у нас с Гастом, то есть хоть как-то себя оберечь от автоатак. Гостблейд, Мейл. Первый раз вижу на Кобу. Такой закуп. Ну и да, вот форстаф у нас у Шейкера. Ну... Дагон еще не грейдер Квапа. Ну и идут дальше на поиски. Здесь у нас Сайленсер. Вторую урсу какую-то. То есть за дизармленную урсу бьет. Здесь у нас ВК спрятался. Ждет кого-то. Шэдоу Демона он, скорее всего, ждет.
Купил он себе Point Booster, будет агоним. Улетает шторм, пошел арчит. Минус 6. Нет, успевает себя спрятать Shadow Demon, но все равно умирает. И ТПО от Сосудраса сразу же делает шторм на базу, потому что здесь по нижней линии заходит у нас 100 PH. Прилетает сюда также у нас и ВК. Тут пошел глобал. Врывается у нас ВК в инвокера. Минус инвокер. Влетает шторм. Очень хорошо у нас заезжает Квапа. Минус 2 моментально. Байбек от Зевса. Сбивает реинкарнацию ВК. Сбивает Аегис. Квапе пошел Эхослэм хороший. Квапа здесь. Сларк дерется. Сларк уже 14 стаков со скаде. Бегает Квапа. Добивает у нас Шторм Спирита. Также добьет у нас и ВК. И остался один Сайленсер. Догон через секунду. Вот он и догон. И 5 в 4. И плюс Аегис еще. То есть получается 5 в 5. Плюс байбек от Шторм Спирита. Байбек от Зевса. Ну и плюс еще курьера у нас потеряли. Ну а тут крипы пушат Т4 ТВРа. Еще и регенерацию находит Queen of Pain. Вообще жизнь хороша. Эзериал приобретает 1200 еще на руках. Здесь уже прилетел у нас SF. Shadow Demon. Добежал. Ну и дела не совсем хороши у нас у команды Hotline Saran, потому что не успел дать Ravage у нас Tidehunter. Дизоль у нас приобретает инвокер. Чтобы минус армор вешать, чтобы очень быстро соло-цель убивать. Шейкер у нас Dagger for Staff Arcane. По нетворсам у нас три кор-героя команды 100 PH впереди. Так, пошел Гашма с Shadow Demon. Есть у него Disruption. Пошел. Пошел у нас напоследок Ravage. Пошел у нас Ultimate Зевса, но сейчас он сам стрянет. Пошло, убивает он Shadow Demon, но Queen of Pain его убивает в ответ. На топе же у нас умер Шейкер и Инвокер. В итоге размен 2 в 3 в пользу команды Hotline Saransk. И БКБ у Рейскинга. Блейдмейл также у нас у Сайленсера появляется. Посмотрим графики. В районе 15 тысяч по XP и 15 тысяч по голде находятся. Нужно 5 в 0 драться команде Hotline Saransk. Для этого нужен рефреш у Тайдхантера. Но пока он не успевает заюзать Ravage вовремя. И Квапа начинает грейдить догон. Третий догон будет. Ну и... Ты на МТТ базарил. Ну и инвокер здесь бегает на 5-2 своих. Radiant's top tower is under attack. И вот БКБ у Сларка появляется. 1200 еще на руках. Ну и ВК потихоньку начинает догонять по нетворсу. 13, почти 14 тысяч, но сейчас здесь будут цеплять, скорее всего, Зевса. Но Вард здесь предусмотрительно поставил он только что. Так, вот пошел Эзериал, почти убили. Пошел Глобал, пошел ультимейт от Зевса. Влетает Шторм в толпу. У Шторма БКБ. Ничего не могут ему сделать, поэтому цепляют. Цепляют еще Гашем в
Фроза. Клопа очень хорошо накричала на двоих, но тем временем там Сларк двоих разобрал. Разбирает также он Шторма. Проблемы также у нас у Тайдхантера. Дагон через секунду, дагон третий. Ну уже. Просто так. Руками дотыкали, живой только Райс Кинг. И сломали бараки внизу. Это 4 в 2. Размен, разменяли только двух саппортов. Ну и сносят вторую линию. И также заходят по третьей Queen of Pain. И ГГВП пишет. Уф. Уже не сопротивляется команда Hotline Sarans.